Здравствуйте! Сегодня мы разберем с вами комплекс упражнений для разминки перед основной тренировкой. Разминка перед тренировкой нам необходима для того, чтобы разогреть суставы, связки и мышцы и не получить травму во время основной тренировки. Ходьба на месте. Разминку лучше начать с ходьбы на месте, чтобы немного разогреть тело и не потянуть мышцы во время динамической растяжки. Во время ходьбы ваш пульс должен слегка подняться, а температура тела увеличится. Выполняйте ходьбу на месте в течение 1 минуты. Суставная гимнастика. Время выполнения 2-3 минуты. Первое упражнение – повороты головы. Начинаем разминку перед тренировкой с шеи. Поворачивайте голову вправо, вперед, влево, вперед, стараясь не делать резких движений. Назад голову не запрокидывайте. Второе упражнение – вращение плечами. Опустите руки вдоль туловища и начните выполнять вращательные движения плечами по кругу. Немного увеличивайте амплитуду, стараясь хорошо размять плечевые суставы. Третье упражнение – вращение локтями. Перед тренировкой обязательно разомните локтевые суставы, которые получают сильную нагрузку во время тренировки в верхней части тела. Для этого поднимите руки параллельно полу и выполните вращательные движения предплечьями. Четвертое упражнение – вращение руками. Продолжаем разминку перед тренировкой вращениями рук. Поднимите руки вверх над головой и начните вращать ими, хорошо разминая плечевые суставы. Двигайте руками широко и амплитудно. Вращения не должны быть вялыми. Пятое упражнение – вращение тазом. Положите руки на талию, ноги расставьте шире плеч. Начните вращать тазом по кругу, как будто стараетесь нарисовать круг ягодицами. Стопы не отрываются от пола. Вращение происходит за счет движений таза, а не корпуса. Шестое упражнение – вращение ногами. Руки остаются лежать на талии, ноги поставьте ближе друг к другу. Оторвите одну ногу от пола и начните вращать ей по кругу, разминая тазобедренный сустав. Колено как будто описывает круг, туловище остается стабильным. Седьмое упражнение – вращение коленями. Наклоните корпус, слегка согните колени и положите их на ладони. Начните вращать коленями, пятки не отрываются от пола. Это отличное упражнение для разминки коленных суставов, которые получают сильную нагрузку во время тренировок. Восьмое упражнение – вращение стопой. Встаньте прямо, положите руки на талию, поднимите колено вверх. Начните вращать стопой, хорошо разминая голеностопный сустав. Старайтесь вращать только стопой, сохраняя голень и бедро неподвижными. Динамическая растяжка мышц. Время выполнения 2-3 минуты. Первое упражнение. Разведение рук для плеч, спины и груди. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Руки разведены в стороны и параллельны полу. Затем перекрестите руки, сводя их к груди. Во время выполнения этого упражнения для разминки перед тренировкой почувствуйте приятное растяжение в спине между лопаток. Второе упражнение – повороты для пресса и косых мышц. Встаньте прямо, ноги расставьте широко. Руки разверните в стороны до параллели с полом. Начните попеременно поворачивать тело вправо и влево. Поворот должен осуществляться за счет скручивания корпуса, а не поворота таза. Это упражнение очень полезно для разминки брюшных мышц. Третье упражнение – наклоны в сторону для пресса и косых мышц. Еще одно эффективное упражнение для пресса и косых мышц. Положите руки на пояс и начните выполнять попеременные наклоны вправо и влево, вытягиваясь за вытянутой вверх рукой. Четвертое упражнение – наклоны к полу с разворотом. Встаньте прямо, руки разведите в стороны, ноги поставьте широко. Начните делать наклоны к полу,
разворачивая корпус и стараясь дотронуться с пола сначала одной рукой, потом другой. Держите спину прямой, не напрягайте шею, отведите плечи от ушей. Пятое упражнение – приседание с подъемом рук. Расставьте широко ноги и поднимите руки вверх над головой. Опустите таз вниз, совершая присед до параллели бедер с полом. Руки двигаются синхронно, опускаясь вниз вместе с приседанием. Во время приседа не заводите колени вперед носка и не отрывайте пятки от пола. Шестое упражнение – выпады для разминки ног. Встаньте прямо, ноги чуть уже плеч. Начните делать выпады назад, одновременно поднимая руки вверх над головой. Не обязательно опускать колени до прямого угла. В разминке перед тренировкой допустима неполная амплитуда упражнений. Если вам тяжело удерживать равновесие, то можете положить руки на пояс или держаться за стену или стул. Кардиоразогрев. Время выполнения 2-3 минуты. Первое упражнение. Бег на месте с захлёстом голени. Встаньте прямо, руки согните в локтях. Начните бежать на месте, поднимая высоко ноги. Руки двигаются свободно вдоль туловища. Ногами делайте захлёсты, как будто пытаетесь ударить себя пятками по ягодицам. Второе упражнение – прыжки с разведением рук и ног. Останьтесь стоять прямо, ноги вместе. Подпрыгивая, разведите широко ноги и сведите руки над головой. Держите колени слегка согнутыми. Приземляйтесь мягко на носки, чтобы снизить нагрузку на суставы. Дышите в ритме прыжков. Такие прыжки называют jumping jack, и они отлично подходят как для разминки, так и для любой кардиотренировки. Если вам противопоказаны прыжки, то вместо прыжков попеременно оставляйте сначала одну ногу в сторону, затем другую. Руки движутся синхронно. Восстановление дыхания с наклоном. Вытяните прямые руки над головой и сделайте глубокий вдох. На выдохе наклоните корпус и руки, делая глубокий выдох полной грудью. Почувствуйте, как снижается пульс и успокаивается учащенное дыхание. Еще раз хочу отметить, что разминка перед тренировкой очень важна для того, чтобы сохранить здоровье ваших суставов и не получить травмы во время тренировки. Сохраняйте это видео и выполняйте данные упражнения перед каждой тренировкой.